Учебный год завершился в Орловском государственном институте культуры. В 2024-м из его стен выпустились 360 бакалавров, а также магистров очной и заочной форм обучения. Более 70% из выпускников с красным дипломом. Хочется сказать спасибо тем людям, без которых наш институт просто не мог бы существовать. Это наши дорогие педагоги. Минувший учебный год стал для института весьма успешным. Центр креативных индустрий на базе АГИК представил новую творческую площадку – фото-видеостудию. Позднее открылся медиа-центр, где снимать видео и записывать подкасты смогут как студенты, так и орловчане. Преподаватели вуза тоже совершенствуют навыки. Они создали квартет под названием «Four Names» и выступают в разных жанрах – от джаза до рока. Вокальные навыки скоро смогут развить и абитуриенты вуза. С 1 сентября здесь и заработает новое направление – эстрадно-джазовое пение. Также откроется отделение туризма. Подробнее о нововведениях нашему телеканалу в интервью рассказал ректор АГИК Владимир Матвеев. Расскажите, пожалуйста, еще об одной инновации, которая называется фонд. Кого он поддерживает и для чего вузу НКО? НКО – это была насущая потребность института для того, чтобы в первую очередь участвовать в грантах. Еще одна хорошая новость. Институт увеличил число бюджетных мест. Их будет 192, на 40 больше, чем в 2023 году.